Согласно данным исследования, в число наиболее популярных игр входят покер, игры в казино и лотерея. Кроме того, как показало исследование, в азартные игры играют и совсем молодые люди, которые по закону не имеют на это права. По имеющимся данным, 9% людей в возрасте от 15 до 20 лет уже играли в покер в интернет-казино, а 2% и вовсе в обычных казино. Также по статистике вне интернета 26% молодежи в возрасте от 15 лет играли в разные лотереи. За два года численность проблемных игроков снизилась. Если в 2010 году такие игроки составляли 13%, то теперь их число снизилось до 10%, что в общей сложности составляет 5% населения Эстонии, то есть примерно 52 тысячи человек. Всего же на деньги в Эстонии играло примерно 481 тысяча жителей. В группе риска, включающей проблемных игроков, 17% составляют игроки моложе 19 лет, 12% в возрасте от 20 до 39 лет, 16% это безработные, а также 14% это не эстонцы. В азартные игры люди играли всегда, так что сама по себе игра не является проблемой. Проблемы возникают тогда, когда человек проводит за азартными играми чересчур много времени, забывая о своих обязанностях. Впрочем, здесь у нас те же проблемы, что и в других странах Европы. Согласно полученным данным, 4% играющих, в том числе 75% имеющих зависимость, осознают свои проблемы, но более половины из них никуда с этими проблемами не обращались. Во многом это связано с тем, что в нашей стране осведомленность игроков о возможностях консультации по вопросам зависимости от азартных игр и тем более ее лечения крайне низка. По статистике, проблемные игроки проигрывают в день примерно 70 евро. 19% давали себе слово отказаться от игры, 4% обращались к психологам и психиатрам. Главная опасность с точки зрения социологов кроется в том, что азартными играми увлечена и часть молодежи, поэтому и предупредительные меры должны быть сконцентрированы на молодежь и их родителей. Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.